Ну что, перепелку найдем? Найдем. А поздороваться? Все. Здесь хорошее место, так что ищи лучше зернышки, хлебушек. Ищи. Ближе! Дальше, дыть! Что это творят? Что там? Дальше, Дэви. Дальше. Вот. Ближе, ближе. Вот, хорошо, хорошо. Ага. А там... Дай. Копаешь не то. Пусто. Мышка, наверное, какая-то. Я думаю, мы с возрастом от этой мышки отстанем. Блин, пропуск сделал вот в этой стороне. Ох, тише, тише. Стоять, стоять. Дай. Где? Где? Стоять! 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 Дэви! Стоять! 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 Хорошо! О, о, наконец-то собака на месте, перепелочка. О, какая жирная, ни хрена себе. Стоять! Это что такое? Ну-ка назад. Смотри, что делать. Вот собака сорвалась. Назад! Туржут наоборот. Ты вчера у меня накосячил, сегодня такого быть не должно. Назад! Назад! Дэви! Иду. Назад! Назад, блин! Где намята? Вот. Ну-ка назад! Назад! Так, ружье надо пока переломить. Молодец, вот он, молодец, хорошо, перепелочка нашла, молодец,
Вот она. Вот она. Вот она, молодец. Хорошо. Умничка моя нашла. Вот она. Вот она моя. Вот она. Руку кусать нельзя. Эта рука тебя хвалит и бьет. Понятно? Ну что, с почином нас? Дэвик, молодец? Ой, да, молодец. Все. Все хорошо. Нам надо еще найти сегодня. А если ты не погонишь, ты будешь вообще молодец. Вчера папа накосячил. Собака остановилась, а птичка упала, а собака за птичкой побежала. Сейчас она, видать, толком не видала момент взлета птицы. Ищи! Давай, найди мне еще, Дэви! Мне понравилось! Копаешь! Хорошо, вот правильная параллель. Прям отличная. Молодец. Ай, хорошо. Молодец. Вот умничка, ищи. Лось. О, поворачивает. Ближе. Дэвид. Вот. Хорошо. Молодец. Молодец. Тише. 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 Дай! Стоять! Стоять! Погнала! Назад! Стоять! Ты чё гоняешь? Это что такое? Такой шанс стопудовый, Дэви! Ты кого гоняешь тут еще, а? Блин, так и знал, здесь что-то будет. А это плохо! Ты что гоняешь, а? Это что за гоньба такое? Тише. Тише. Еще что ли один? Тише. 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 Дай! Эх ты! Стоять! Вот мама сейчас накосячил. Молодец! Стоять! Вот, хорошо, молодец! Папа косячник, Дэви. Ты тоже, но папа тоже косячник. Таких попадать надо.
Посмотри. Тише. Батюшка, мир только будет. Тише. 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 Дай. Блять, да ты что? Ага. Ебать. Стоять! Блин, а? Стоять! Где? Молодец! Молодец! Не... Стоять! Сейчас хорошо было, но... Я это тебе по солнцу дал. Не по солнцу, а потом после остановки. Нельзя так. Так. Вот бесстыжно она, а. А я ее потом в машине на переднем сиденье повезу, а. Жарко хош. Ну ладно, что ж теперь. Главное, чтобы из дома не выкинули. Пойдем, жаба. Ёк-макарёк. Е-мое, да вон. Вот это да. Вот это экшен. Ну вот и в принципе состоялся наш дебют по перепелке. Сегодня нормальные работы, по которым можно было выстрелить. Первая работа хорошая, собака остановилась. С второго выстрела попал. Ну и, конечно, два остальных промахнувшихся мной, это... Не так уж хорошо, но в принципе нормально, ничего страшного. Промахнулся. Одну птичку все же взяли. Есть над чем поработать, есть и пустые стоечки, немного неуверенности в собаке. Немного я ее поддергиваю, и она немного борзеет, оттягивается слишком сильно в челноке. Но в принципе день-то нормальный. И пострелял, и птицу нашли. Сколько мы? Три нашли, четыре ли? И место новое разузнал. Вчера мы тоже перепелочку добыли, но... Э-э, собаку раскорячила. Дай! Стоять! 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 Дэви! Подай! Неси! Подай! Стой! Дай! Молодец! Перепелка! Немного как бы собака стала, отработала, кратковременная остановка, выстрел, сразу же падение со второго выстрела, собака моментально на автоподачу пошла, и тут маленечко, конечно, не совсем хорошо, но в итоге собака-то подала мне ее, не остановилась по команде, но подала. Сегодня остановки были, выстрел, и только потом, конечно, пыталась она посунуться, когда я пошел этого перепела искать, и то и кое-как нашел. Но в итоге-то
собака осталась на месте. Пока подаю, ищу дичь сам, потому что собака начинает на автоподачу уходить, а это не есть хорошо. Это неправильная работа, и в дальнейшем можно многого потерять в охоте от этой автоподачи. Так что это будет исправляться, будем над этим работать. Начал ночком, широкий, конечно. Дэйв к себе льстит, думает, что у нее поинтеринное чутье, на самом деле это не так. Надо поплотнее походить, немного оттягивать, но в итоге поработаем еще. Собака-то в принципе работает, но нужно оттачивать все лучше и лучше. Так что на сегодня все, всем пока. Будем стараться пилить новые видосики, еще что-нибудь. Ладно, до новых встреч.